вечер, пришел покормить. Писали в комментариях обзор сделать голубей своих. Что за голуби, откуда. И вот, друзья, эти голуби сначала я приобрел с Армении. Приобрел с Армении голубей. Сейчас покажу. Вот армянский. Этот уже метис. Так, сейчас покажу. Вот армянская, друзья. Вот в углу шею сапсан вот ей. Вот армянская голубка. И вот хромая. И после я приобрел, друзья, вот этих вот бакинских голубей. Вот один, вот второй. Приобрел я, конечно, их дорого. Очень дорого отдал за них. И споровал с армянскими. Вот у этого вышли. Вот они, сейчас покажу. Вот. Вот птенцы, метисы получились. Вот он. Вот он. Вот самочка. Метиска мама. Я перепоровал вот с другой сейчас. Но мама ихняя здесь. Сейчас покажу. Вот она. Вот армянская. Вот она первая. Вот. Споровал. Ихние дети, вот сейчас еще покажу. Ихние дети. Вот. Вот. И... А это уже внучка. Внук, вернее. От вот этого голубя. И вот было спорованы. Вот они были спорованы, я их распоровал. Сейчас вот этот голубь спорован. Вот тут... Где же ты? А, вот она. Вот с этой голубкой спорована. Конечно, их дети не выжили. Сапсан забрал, от птенцов дали. А от этого, вот когда вот эти были спорованы, вот их не птенец. И еще белый один здесь. Вот он, с черным кольцом. Вот он. Вот интересно, у этого хороший бой. Аж почти забивался. И оба самца, кстати, одногнездки, и оба самца вышли. А этот еще бой не взял, этого я гоняю. Друзья, вот этот у меня чап. У меня две линии было с Армении. Еще красная линия была. Не, вернее, три линии. Две белых, посветлее вот, и красный. И вот красный вот этого выкинули. С белыми я споровал. И вот они выкинули вот такого чапа. Это, по-моему, уже внук. Внук красного, да, внук. Пойдем дальше. А от вот второго... То, что я приобрел, вот он. Вот он. У меня была коротконогая самка. И ихние птенцы. Вот споровал, никто не выжил. Сокол всех забрал. Всех забрал. Потом я споровал. Вот с той, которая вот шею сапсан разорвал. Вон в углу сидит. Вот она. Далее они птенцов. Зелеными кольцами. Вот дали. Вот видите хвостик, как у матери, если кто помнит, я потом. И еще белый здесь, вот он. Вот они, только вот линька вот проходит, первая ихняя. И вот еще здесь дали. Вот от этой самки. Вот. Вот он. Такой вот. Вот видите. Но они получились, это крупноватые голуби, они получились между. Армянские короткие, маленькие чуть-чуть.
А эти крупноватые. И вот еще один. Вот. Вот это брат, вот это сестра, вот это брат. Я споровал их. Вот тоже яйцо снесли. Споровал между вот этими вот ихними потомками. И вот что получилось. Вот что получилось. Получилось. Внуки есть. Вот с красным кольцом внучка. Это уже вот этого внучка и вот этого верхнего внучка получается. Вот получились что. Вот потомок. И там где-то. А вот еще вот с красным тоже. Это две сестры. Вот тоже линяют. Вот тоже с красным кольцом. Тоже линяют малыши. Этих я даже не гонял. Вот они первую линьку. Я им хвосты пообрывал, чтобы четкие выросли. И еще один где-то здесь есть. Вот он. Вот он линяет, видите. Их даже не гонял. Ну, сокол заберет, друзья. У нас территория такая. Сегодня гонял с утра. Как поднял, так и сели. Сразу напал. И они сразу даже не успели подняться. И вот, и после обеда вот пошел снег. Вот, пошел снег. Но у нас снег долго не задерживается, быстро тает. Вот такие вот, друзья, дела. И вот я скрестил. И получились. Вот еще внук. Вот тоже с красным кольцом. Это вот. Вот они. Братья. Вот это, по-моему, самец был. Вон он дерутся. Вот он, длинноногий такой. Дерутся. И вот такие вот дела. Спрашивали, как я парую. Как я парую? Я сюда голубей всех скидываю. Сюда скидываю. И вот кто споровался, уже, например, пары есть, и кидают еще самца и самку. И они автоматически сами паруются, друзья. Он начинает ухаживать. И автоматически вот, вот сизоперы и вот тоже вот внучка, которая говорила, вот они автоматически споровались. Теперь я вот бросил вот этого белого самца. Хочу, чтобы споровался вот, вот тоже сизоперая самка сверху. Это сестра вот этой. Видите, это немножко в сапожках. А та, а ну иди, уйди, уйди. А та нет. И вот так спокойно паруются. Вот здесь у нас сухо в голубятне. На улице очень влажно, снег мокрый. Сколько тут градусов? 10 градусов. На улице, наверное, градуса 3, наверное. Может быть, 2. Вот такие вот, друзья, дела. А вот сейчас покажу эту самку, которую сапсан порвал. Сейчас на паузу. Вот. Вот как зажило. Конечно, ее зашивать надо было. Вот рана. Ну, я зашивать не умею, друзья. Ух, не удержишь. И вот. Я ее пока не гоняю. Вот такие вот, друзья, дела. Сейчас покормим. Вот такие метисы. Вот посмотрите, какой, какие длинные ноги. Ух, какой высокий. Самый высокий такой получился. Посмотрите. Рост какой. Рост. Высокий на ногах. Самец будет. Вот он. Что вы деретесь? Вот тоже шеечка. Ну, у меня по массе не чисто. Шейки там есть где-то как-то грязноватые там полоски. Ну, я за мастью не очень, просто мне нравится более светлая птица, друзья. Ну, главное, чтобы в небе показывали, а небо у нас, видите, какое.
Кто-то говорит, отрави сокола, еще что-то, друзья. Я не травлю, я и не жалуюсь, друзья. Пишут, потеряешься, голуби. Не, не потеряю, я всех не гоняю, друзья. Всех не гоняю. А вот, посмотрите, вот на мяску, какая она маленькая. Видите, какая маленькая. Очень короткая, маленькая. Это моя уже выводная. Да. У кого колец таких желтеньких нет, это не мои выводные. Вот тоже это не мои выводные. Это не моя выводная. Потом. Где же еще тут? Еще. Все одинаковые, глаза разбегаются. Где-то же еще были. А вот тоже не моя выводная. По-моему, и все. Остальные мои выводные. Кто-то хвастается, у кого-то сокол там не берет. Друзья, у нас территория такая, что тем более сидит рядом. Как-то если кто увидел ролик, подъехал, ну, проезжал возле вышки, думал показать, там пишут комментарии, чеглок, еще что-то. И думал показать, вот Сапсан сидит. А начал отъезжать, смотрю, второй сел туда. Ну, я уже отъехал, уже неудобно было снимать. И увидел, что двое сидят. Еду уже в сторону дома. Смотрю, Сапсан какой-то в сторону гор еще тянет какого-то голубя. Вот представьте, как бы он так быстро поймал. Там прошло 2 минуты. Смотрю, Сапсан, не знаю. Говорят, территориальное, но много их, наверное, у нас здесь. Кто его знает. Ну, атакуют очень жестко. Очень жестко. Сегодня ж вот не успел поднять сразу, моментально. Вот, собирается второе снести яйцо, вон сидит, а фокус через решетку. Ладно, друзья, пока на паузу, вот стаканчик, сейчас пойду насыплю корма, покормлю их. Вот, собрались, вот насыпал, вот. Вот этот самец, друзья, как от сокола удирал. Я вообще в шоке был. До низа гнал. С точки до низа гнал. Я как-то ролик снимал. Как он от него уматывал. Это вот метис получился такой. Это вот у него на груди пятнышко есть, точка. Неудобно. Давай, налетай. Давай, ты тоже сидит на яйцах. Выйду. Вон те тоже рвутся. Тоже кушать хотят. Сейчас я этим насыплю. Спустились, еще не насыпал уже. Мокро, а с ногами с улицы. Вот уплетают. Вот она, которая шея. И вот, друзья, вот воду я разворачиваю, когда кормлю. И вот там насчет соды, там писали в комментариях. Неделю 2-3 раза достаточно. Друзья, вот вы не подумайте, я не преувеличиваю, не обманываю. Даю каждый день. Каждый день я эту соду. Главное, с дозой не переборщить. Каждый день уже больше 1.5 года. Я понимаю, может, у кого-то сомнения есть там. Вот, как делаю, так и даю. Видите, какие, в каком состоянии голуби. У меня вот там пишут, что голубятня. То есть голубей мало, поэтому не болеют, еще что-то. Да, уже вот прилично их тут. И голубятня небольшая. Небольшая. Ту-ту-ту. Я никогда чужих голубей не беру.
Есть люди, которые не выдерживают, там увидели, какой бы он хороший голод не был, друзья, вот я не возьму. У меня есть материал, я работаю. Это всегда самая большая ошибка у голубятников. Конечно, каждого дела, это и хозяин-барин, но чаще всего с этим проблемы приходят. Имею материал, вот с ним работаю. Работаю, вот весной уже и покажу бой, какой у голубей. Все, хотя посмотрим, что этим соколом в году все 10 месяцев атакует. Посмотрим, как будет, не будет. Посмотрим, как будет. О, истерика. О, пыли поднял. Там у меня земля, друзья. О, ухаживают. Посмотрим, как будет. Вот они. Вот он. Гонит свою самочку на яйца. И вот у меня больше, конечно, метисов получилось. Голуби немного крупнее стали, но они между тем и тем. Вот этих голубей я с лету приобрел. С лету приобрел вот. О, где ж ты? Вот этот почти 6 показал часов. Вот он вот, беленький, он спрыгнул. А, вот, нет. А вот он. Вот этот 10 часов, друзья, винтовой. Винтовой. Я бы погонял бы, показал, но пока накачаю детей, как-нибудь крылья им дам. Вот она тоже, самочка свободная. Вот скинул, видите, она. Я вот хочу, чтобы с этим споровался. Вот она. Вот такие вот, друзья, дела. Вот такие голуби. Хорошие они, плохие. Они мои. Я доволен. Вот она. Ну, наплели все. Вот сейчас покажу. Вот видите, хвостик какой. И вот, наверное, нет. Нет, это... Где ж ты? Где-то еще один. Их не птенец тут. Не могу найти. Вот он вот. Вот он. Видите, хвостик. Как-то так, друзья. Удачи вам. Всех благ. Чтобы были у вас голуби здоровые, радовали вас. И поменьше потерь, чтобы, конечно, вообще не было. Это невозможно. Всех благ вам. Здоровья вам, вашим семьям. Удачи.